Ну, Пина Колада – отличный сорт хризантемы, и, в принципе, с ним очень удобно работать, даже в отличие от остальных. То есть у него достаточно так компактно сформированы цветы. И, допустим, вот мне надо украсить машину, и при обрезании верхней части у меня остается очень большое соцветие. Ну да, Пина Коладу хорошо использовать как заполнение крупных объектов. Вот, допустим, при украшении автомобиля она будет как бы таким базовым элементом. То есть я не хочу использовать много зелени, хочу, чтобы у меня все было беленькое. Можно использовать в качестве основы. Да, и проживет все очень долго. Пина Колада сорт нам понравился. Хорошая хризантема. Она есть сейчас лучше всех, потому что дождь идет, она пьет со всех сторон, из вазиса, из воздуха. Ну, не знаю, хорошо себя ведет. Господин, но есть сейчас как бы не только желание, но и, скорее всего, это и тренд, и какое-то веяние, потому что нужно использовать хризантему, потому что она стоит недорого, стоит долго, это нравится клиенту, это выгодно нам. Плюс, в принципе, можно что-то придумать креативное, интересное с этими цветами. Большой плюс, что хризантема весь год, да, она есть круглый год. То есть, возможно, сегодня, кстати, вот букет на батл я буду использовать Пина Колада, еще пока не решил, но, может, и буду, потому что у меня каркас очень большой, и мне нужно будет чем-то заполнять, помимо других цветов. Хороший очень цветок. Вчера у нас, конечно, были проливные дожди, Пина Колада еще больше, так скажем, взяла в себя воды, и сегодня она просто дубовая. Я думаю, если 3 дня будет палящего солнца, Пина Колада не увянет. Ну, с компанией Dumin Orange мы работаем уже много-много лет. Они всегда нам помогали в наших фестивалях, всегда присылали нам красивые хризантемы. Всегда мы очень благодарим. Это замечательная компания, замечательные цветы, великолепное качество, очень ответственный всегда подход, что тоже важно. Но по большому счету другой альтернативы голландским цветам на сегодняшний день в мире нигде нет. Есть какие-то небольшие производства цветов и в других странах, но они не покрывают рынок практически ни в одной стране мира. Поэтому для всех нас Голландия, конечно, это основной поставщик цветов для всей планеты. Сравнительно недавно появился сорт, ну, завоевывает свою популярность клиентов. Мы, как я, представитель компании «Семь цветов», менеджер по продажам, активно продвигаем ее. Так как новый, качество хорошее, претензий нету, клиенты вроде начинают брать активнее. Мы выражаем большую благодарность и за представление нового сорта хризантем Пина Колада, за предоставленное количество цветов для украшения нашей платформы. Основной платформой является голландская платформа. Мы ее назвали «Сказки матушки Гусыни». Она олицетворяет все европейские сказки. И новый сорт, как нельзя кстати, пришелся для этой платформы. Наш девиз «Пина Колада шагает по планете и зашла в Петербург». А что больше? Больше уже не сказать.